Авиакомпания Бек Эйр должна полностью взять на себя обязательства по выплате денег за билеты отмененных рейсов. Сегодня в Алматы в суде прошли прения сторон, где прокуроры поддержали требования истцов. Интересы пассажиров на процессе представляет Комитет по защите прав потребителей, Министерство торговли и интеграции. В общей сложности от авиакомпании требуют возврат 1636 билетов на 52 миллиона тенге. Точку в этом деле должен поставить суд. Оглашение приговора запланировано на завтра. Ранее Турксибский районный суд арестовал имущество компании. Как пояснили в суде, такие меры были предприняты для того, чтобы перевозчик не продал свои активы. Пока идут разбирательства. При отмене или задержке рейса по вине перевозчика на срок свыше 10 часов перевозчик обязан по выбору пассажира. Первое. Обеспечить в билете с предоставлением услуг в соответствии с пунктом настоящего. Возвратить пассажиру полную стоимость билета согласно пункту 3 статьи 306 гражданского. Приобретение билетов авиакомпании Бек Эйр. Напомним, после крушения самолета Бек Эйр, которое произошло в конце декабря прошлого года, деятельность авиакомпании приостановили. Пассажиры отмененных рейсов не могли вернуть билеты и получить за них деньги. В авиакомпании обещали расплатиться с ними после возобновления полетов. Однако 17 апреля авиационная администрация Казахстана отозвала сертификат эксплуатанта у Бек Эйр.